Следующая у нас игра по списку это Angry Birds Star Wars. Первая часть, чуть позже будет вторая, там через игру у нас. Поехали. Всем привет, кто присоединился только сейчас. Сегодня у нас стрим, посвященный всем и популярным играм от Rovio, начиная с Angry Birds первой. Потому что они выпускали очень много игр до Angry Birds, но у них ничего не было популярного. Звездные войны. Если честно, я ни один фильм Звездных войн вообще не смотрел. Ни новых, ни старых. Так. Ну и тут разные планеты. Я не знаю, у меня сохранений нету, я так понимаю. Придется играть с первой планеты. Поехали. Слишком громко игру, да? Окей. Сделаю потише. Так, нас обучают. Так, у этой птички нету никаких способностей, да? Это во второй части, там уже у всех птиц какие-то способности были. Там типа джедаи появились всякие. Здесь этого нету. Или тут у нее есть? Но я нажимал, ничего не происходило. Давайте еще раз попробуем. Да, нету никаких способностей. Просто проверил. Давайте заново. Чтоб идеально пройти. Здесь, кстати, идеально, наверное, не так. Идеально вот сюда, наверное. Или это вообще фигово? Да, у меня первая попытка была лучше. Надо повыше, значит. Ну, как-то так было или что? Как я вообще первого раза прошел? Сейчас что-то не получается особо. Мне даже интересно стало. Как же я так зафигачил птицу эту? Вот так, что ли? Ничего не падает. Вроде так же делал, но ничего не получается. Давайте снизу тогда сломаем. Ну, давай, падай ты. Чё он не падает-то? Как он держится там? Так, чуть выше, может быть. Вот так. О, идеально. Идеально получилось. Все. Надо по деревянному бруску было атаковать. Поэтому у меня все получилось. А способности потом откроются, окей. Так. Что дальше? Две свиньи. Ну ничего, вроде сложного нету на первый взгляд. Вроде как вот так надо. Ну практически, только чуть выше надо. Я за один раз хочу пройти, три звезды получить. Ну-ка. Ну давай. Ну как так? А это стекло может разбить вот так вот? Да, походу вот так надо. Три звезды по-любому. Хотя может быть тут надо было больше разбить, чтобы три звезды дали. Но у меня три птицы сэкономлены. Скорее всего три звезды. Плюс это начальные уровни здесь типа обучения. Поэтому здесь легче должно быть звезды набирать. Так, дальше. Третий уровень. Три свиньи у нас снова. Нет, вернее больше. Каждый уровень на одну свинью больше. Можно было с первого раза. Давайте попробуем с первого раза. Наверное, вот так надо. Так, ну давай, 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 давай. Снова одна свинья выживает. Как же надо кидать-то? Повыше, что ли? Вот так вообще? Ну? Походу, да. Давай, 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 давай. Ну. Ну там же свинья мертвая, что за дела? У них, кстати, типа защита какая-то была. Что-то зеленое я увидел сейчас. Так, вот сюда, наверное. Ну, ну давай, ну. О, все, все, сломалось, сломалось, все. Отлично. Нажми на Реда. Так и тут же нету способности. Какая способность? Ну вот. Нету способности, я нажал. Это ж первые Звездные войны.
Здесь нету способности у них. Может быть, она чуть позже появится, как кто-то мне говорил уже. На данный момент ничего нету. Так, ну я понял, куда надо. Надо вот сюда. Давай. И на взрывчатку. Все. Давай. Ну, блин, две свиньи еще живы. Одна свинья. Не повезло. Можно было получше. Вот сюда, наверное, как-то. Давай. Может, упадет сейчас все. Подождем, давайте. Ну, давай, падай уже. Так, одна свинья. Все. Отлично. Три звезды, четко. У Реда нет способности до 7 уровня. О, тогда ждем 7 уровень. Сколько мы уже прошли? Это уже, наверное, 5 был уровень. А мы уже вроде прошли все. Следующие уровни сейчас откроются. Или что это? Что это? Что это за кнопка? И, типа новые уровни какие-то. Так, теперь уже показывают нам новую способность. Электрическую способность. Еще какая-то золотая птица. Типа Матильда напоминает, да? Ну, давай проверим. Вот такая способность. Ну, окей. А Матильда, что она там, типа, взрывается? Что-то такое? Ага, я понял. Осколки остаются. Здесь, наверное, не так надо делать. Сейчас я попробую. Вот так, скорее всего. Чтобы больше было. Хотя то же самое получилось. Ладно, тогда Матильду запускаем. Как ее запустить-то лучше? Что-то я рано ее взорвал. Так, и вот то же самое Матильду, только надо ее позже взрывать, не сразу. Ближе к динамиту, вот к этому. Так, все, походу, да? Может, и три звезды дадут? За две птицы тут по-любому надо было проходить. Я не знаю, как за одну птицу тут можно было сразу всех убить. Ну, шанс есть, наверное, за одну птицу пройти. Главное, на динамит попасть, и все. Ну, нет, дали три звезды, нормально. Так, и что дальше? Новая птица. Так, запускаем, юзаем, понятно. Сдувает всех. Ну, попробуем. Так. И вот сюда. Ну, практически идеально, если бы сразу еще двух птиц убить. Наверное, надо вот так как-то запускать. Ну, практически, опять-таки. Надо чуть-чуть ниже. Как-то так. Все, сейчас мы прошли. Блин, а чуть динамит-то не взорвался-то? Взорвался бы динамит, и все, три звезды по-любому. Так, давай, лети. Но, в прошлый раз было лучше. Давайте попробуем запускать не так, не с такой скоростью. То есть немножко вот так как-то. Так. Опа! Динамит не взорвался, но сейчас... О, повезло. Женя, не знаю, почему туда донат не пришел. Проверь, может, у тебя там денег нету или что. У меня нет никаких сообщений. Если придет, он будет в прямом эфире. Ты ж видел уже, кто-то кто-то донатил там было. Так. Чук. Ну, это та же птица. С первого раза, наверное, пройдем, да? Нормально. Блин, что-то последнюю звезду не дали. Видимо, тут надо было как-то получше. Так, что здесь дальше тут? Тут красная птичка у нас первая. А как же ее запускать-то? А, у меня есть идея. Надо только подождать, пока выстрел произойдет. И вот как-то так. Нет, надо было выше. Выше чуть-чуть. Давай. Блин, что-то очень слабенько.
Может быть, ей надо вот эту пушку вначале убить? Чувак, который с пушкой стреляет. С пушки. И теперь нормальной птицей вот так вот сдувать всех. О! Блин, у него защита была. Не пробил я ее вот эту. Может, она умрет? Да. Умерла. У меня какая-то способность, что это такое? Просто хочу посмотреть. Какой-то корабль космический. А, типа яйцо снова. А, прилетает корабль и расстреливает, окей. Мне это не надо, зачем я нажал? Я уже прошел уровень, все. Так, так. Одной звезды не хватило. Ну ладно. Что мы дальше видим? Тут надо динамит сбросить вниз. Как-то так. Попробуем. И мне кажется, что в идеале здесь надо вот так делать. Смотрите. Вот это все прям сдувать туда, не? Как-то так. И главное, чтобы сверху на динамит на кто-нибудь наступил. Но не получилось. Но мне кажется, идеальный вариант вот этот. Вот как-то так вот кидать. Просто какая-то попытка будет лучше. И на динамит коробка прилетит. Ну давай, 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 давай. Вон же динамит. О, все, получилось. Все, три звезды стопудово. Прямо стопудово. Да, все в записи будет, я порежу, так что если что пропустили, обязательно посмотрите в записи, ребята, не волнуйтесь. Что, три звезды? Прошли мы вроде эту планету, тут уже типа вставка какая-то дальше. Вот все наши три птицы, четыре вернее, которые есть на данный момент. Вот у нас получает способность красная птица. Видите, кто-то у нас с чатика знает эту игру, мне подсказал, так что спасибо ему. Я не заметил, я просто не запоминаю никнеймы особо, ребят. Но если еще раз подскажешь, я запомню твой никнейм. Так. Как тут лучше всего? Лучше всего надо, наверное, вот так как-то пролететь. И вот так вот. Ну, если упадет и на динамит, смотрите, у нас есть шанс. Нам просто нужен динамит, чтобы много очков получить. Уж три звезды могут не дать, даже если мы с первой попытки всех убиваем. Тут еще за уничтожение всяких построек дают много очков. Ну что, сколько? Три или две? Три, отлично. Мы еще играем 9 минут в эту игру и переходим к следующей. Так что не переживайте, ребята. Так, сейчас я хочу посмотреть, куда здесь лучше запускать. Ну, наверное, вот как-то так. Птичка влетает, и потом вот так вот. Ну, нормально, я считаю. Главное сейчас на лазер не попасть. Динамит давай, взрывайся. Все. Может и три звезды, и тут рассчитано, что так вот. Хотя, может быть, сразу надо было туда, тогда и три звезды дадут с первой попытки. Сейчас посмотрим, если не дадут, я перепройду. Я хочу три звезды. Давай, 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 давай. Отлично, три звезды, не надо перепроходить. Следующий уровень у нас. Ти-ти-ри-ти-ти. Значит, мы наверное, как-то должны... Как-то вот туда запустить... Птичку мою попал лазер, и, наверное, из-за этого у нас не получилось ничего. А, нельзя, надо сразу нажимать. Ну? Неплохая попытка, если по центру погибнет свинья. Блин, не очень. А, так этот же может по своим стрелять, точно. Смотрите, какая фишка. То есть его надо было сразу наклонить в первой попытке. Он бы всех разбомбил там. Смотрите. Вот, смотрите, что он делает. Ну, он мог и того убить, и, к сожалению, не повезло. Ну ладно. Давай, 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 все. Но, может быть, не дадут три звезды. Так, перейдем к чатику. Что у нас тут интересного? Что у нас интересного в чатике? Кто тут у нас хочет бан получить или еще что-нибудь?
Вы пишите, если что, я сразу нажму одну кнопочку, и все будет готово. Почему хорошие игры ровно 20 минут, а плохие 30 минут и больше? То есть эта игра хорошая, я просто не знаю. Для тебя. У Реда будет зеленый меч, окей. Вот мы нашли, кому бан дать. И это Рома 2006. Очень хороший никнейм. Оригинальный в первую очередь. Так что мы все его будем помнить. Да, ребята? Все, пока, Рома. Удачи тебе. Продолжаем. Какой у нас следующий уровень? Наверное, в центр надо. А, он же сдувает. Я думал, это опять Ред будет. Тогда, может быть, и не надо так, смотрите. Может быть, в идеале вот как-то так запускать. И сдувать вверх все, вот так вот. Ну, давай. По-моему, 3 звезды. Окей. Крабик, ну выздоравливай тогда. Поправляйся. Поехали. Сколько у нас осталось-то? Еще 5 минут поиграем и переходим на следующую игру. Так, у нас тут лазер, окей, лазер. Что придумать? Я думаю, что тех чуваков, которые сверху в первую очередь надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Не повезло. На лазер попал. Это 3-4 уровень, что ли, там было написано? Или мне показалось? Рановато, по-моему, нажал я. Чуть позже надо подождать. Смотрите, сверху что-то золотое там есть. Я сейчас вообще не нажал атаку. Давай. Оп. Так, и на динамит, пожалуйста. О. И этот чувак должен был расстрелять всех. Но вот один выжил, к сожалению. Ну ладно, сдуем на него все вот это. Вот так вот. 3 звезды, наверное, не дадут все-таки. Ну ладно, пофиг. Андромалик там на другой планете. Чак и вроде улучшение бомбы черной. Окей. Богдан, буду знать. The Fox Play, привет. Фласпой, тоже выздоравливай. Няшка, привет. Что у нас дальше там? Ну, здесь видно, что сдуть надо. Вот это все дело. Только немножко выше, наверное, надо сдуть. То есть вот так как-то. Может, слишком высоко, да, я взял? Надо было... А может быть, даже, знаете, надо было с другой стороны сдувать. Смотрите, мы вот так вот идем и сдуваем сюда. И как-то так, например. По-моему, неплохо, да? Да, 3 звезды, скорее всего. Димон, привет. Артемик, привет. Всем привет, короче, ребята. Выздоравливайте, если болеете. Если делаете уроки, делайте уроки. Лучше идите делайте уроки стрим, потом в записи посмотрите. Потому что если вместо уроков вы будете смотреть стрим, это нехорошо, ребята, это плохо. Так. Ну что, сверху, наверное, вначале срежем их. Они упадут на тех. Там еще какая-то бомба, я смотрю, там кнопка какая-то. Ну, давайте пробовать. Ну, нажми на кнопку. Чё-то не... А, может быть, он начнет крутиться и всех убивать, если мы на кнопку нажмем. То есть нам надо на кнопку эту нажать в первую очередь, я так понимаю. Давай, нажимай на кнопку. Давай. Ну, очень близко, но не хватает. Тогда попробуем вот так, что ли? Нам главное на кнопку, я так понял, нажать. Нажмем, сразу всех убьем. Надо чуть выше запускать. Вот как-то так. О-о-о! Все, смотрите, что произойдет. Он начнет сейчас во всех стрелять и крутиться так. Вот, давайте увеличим, а нельзя увеличить. Главное, чтобы он вот это сверху убил, потому что... Ну, отлично. Итого. Все. Можно подождать, он еще что-нибудь взорвет, наверное. Или нет? А, ну это тоже свинья, надо же ее тоже убить. Ой. Как плохо получилось. Ладно, попробуем еще раз.
Может быть, какой-то есть еще вариант здесь прохождения. Я пока не вижу, но что-то мне подсказывает, что есть еще какой-то вариант. Как можно еще получше пройти? Так. В идеале, чтобы эта свинья сейчас катилась, да? И сама себя как-то убила. Но я не знаю, как это может произойти. Только если что-то на нее упадет, но тут вроде ничего не упадет. Насчет ту свинью не добили мы. Поэтому нам надо, наверное, я не знаю даже как. Как-то вот так. Блин, не получилось. Ладно, пофиг. Убиваем так. Будет одна звезда, пофиг. Ну что, все. Пойдем в следующую игру играть. То чувство, когда все пишут, а я и смотрят, а я просто смотрю. Да, мистер. То чувство, когда кто-то спамит и даже не смотрит, такое ощущение.